губернатор Санкт-Петербурга, диплом лауреата, уважаемый президент международного театрального фестиваля «Балтийский дом» Андрей Евгеньевич Полягин. Фотография на память. Цветы, пожалуйста. Фотография на память. Спасибо большое. Все вместе. Все вместе. Сдвиньтесь напротив микрофона. Корреспондент и художник. Как вам удобно? Вот так. Да. Вот так. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Слово предоставляется соучредителю фонда Михаила Прохорова Ирине Дмитриевне Прохоровой. Уважаемые дамы и господа, коллеги и друзья, это действительно огромная честь для меня получить награду от лица фонда. И это, я считаю, награда не только и не столько учредителям, а сколько замечательной команде, которая 11 лет работает для поддержки, прежде всего, культуры в российских регионах. И, собственно, фонд был создан в 2004 году с такой миссией, потому что мы прекрасно понимаем, как тяжело творческим людям самореализоваться вне больших культурных столиц. И, собственно, амбиции фонда были поддерживать культуру в регионах Красноярского края, попробовать создать такие культурные центры, которые могли бы существовать большим количеством постарателей. И я хочу сказать, что лично для меня работа в фонде – это было такое колоссальное открытие собственной страны, и это был момент самопознания, и, наконец, понимание, вообще, чем должен заниматься современный интеллектуал, особенно в нашей стране. И это, я считаю, это просвещение. И честно вам скажу, вот видение общества со стороны благотворительного фонда сделало меня человеком окончательно оптимистическим. И несмотря ни на что, на все, так сказать, враждебные вихри, на все проблемы, которые нас окружают, я увидела колоссальный потенциал российского общества, который в полной мере не раскрыт и не осознан. И главная это наша проблема в том, что люди оторваны от очагов культуры, что они пребывают в интеллектуальной изоляции. Стоит ли удивляться, что нарастает агрессия и депрессия, и очень многие проявления вот этого, так сказать, нехватки культуры. А ведь культура – это стержень национальной идентичности. В этом я абсолютно уверилась, когда вот я стала принимать участие в работе фонда. Поэтому я думаю, что наша задача – это действительно дать возможность людям свободно и счастливо жить в этом мире культуры. И все у нас с вами.